Ultimate Fighter Finale Penny Key and Zach versus AC Shazon. Выходя на финал The Ultimate Fighter против Penny, у меня были смешанные чувства, потому что я билась с человеком, с которым хорошо подружилась. Это однозначно тяжело, прежде всего ментально, когда ты выходишь в клетку против своей подруги. They trained together, they became friends, but all business here is Shazon going right into boxing range. К счастью, мы вместе тренировались на протяжении всего сезона, и я почувствовала, что она из себя представляет. Она хороша в стойке, она занималась боксом почти всю жизнь, у нее хорошая борьба, хорошая защита у клетки. Kinzad, nice punches on the break, but she can't maintain that range. Мы просто хотели не давать ей чувствовать себя комфортно. Знаете, поэтому план на бой основывался на тяжелом давлении. Kinzad doesn't want to be in the clinch position against Shazon. She understands the danger there. Shot there from Kinzad. Shazon keeps her feet. Перед тем, как финишировать с Penny, я шла вперед, пробила локоть, затем удар ногой в корпус, затем последовала двойкой, и она упала. Shazon backs her out and sits her down. Когда она упала, я последовала за ней на землю и пыталась финишировать ее, но она поймала меня на армбар. Left arm, she might have it. And Shazon now has to play some heavy defense. Мне удалось выбраться оттуда, она отпустила захват, и я забрала ее спину. Я смогла установить контроль и финишировать ее там. Это было потрясающе. Я была андердогом этого шоу. У меня было меньше всех боев. Тем не менее, я выиграла, и это помогло мне вырасти ментально, как бойцу, и в плане уверенности тоже. Это большое счастье, но это было только началом. Сейчас мне предстоит биться с настоящими бойцами, с топовыми бойцами, и я постараюсь взять титул.